шава. Я уже делал видеообзор на распаковку. Хотел подарить сыну, но у сына полно станков. Решил оставить себе. Взял для пробы с двумя кассетами. На 5 лезвий и на 6. По отзывам написано, что жилет отдыхает. Сейчас сравним. Хотя цена в 2 раза ниже, чем у оригинальных жилетовских лезвий. Сейчас мы проверим. Такой станочек я вам уже показывал. Можно сделать надпись. Надпись будет подороже. Рублей на 200, да? Без надписи 300 с чем-то стоил станок, с надписью 500. Сейчас мы проверим, как будет греть мою 5-дневную щетину. Сейчас сразу попробую против шерсти, против щетины. Отлично. Просто удивительно, как берет. Лезвие острое. И правда, жилет отдыхает. Дневную щетину берет без проблем против щетины. Хотя там написано в инструкции, сначала надо побрить направление роста волос, а потом уже против, чтобы добиться идеальной гладкости кожи. Так, забыл. Хотел попробовать с 6 лезвиями, как будет брить. Это с 5 лезвиями. Я читал, что с 6 лезвиями они подороже чуть-чуть. Отдельно продаются все эти кассеты. Расстояние между лезвиями меньше и забивается. Вот кассета с 6 лезвиями. Сейчас мы проверим. Лучше убрать с 5 лезвиями. Потому что как написано, что с 6 лезвиями, да, больше забивается. Между лезвиями расстояние меньше и забивается щетина. Так что в следующий раз возьму с 5 лезвиями. С 5, мне кажется, бреет намного лучше. Хотя вот эти вот дороже. Плавающая головка во все стороны. Так что бриться очень удобно. Сейчас побреемся и можно снимать видеообзоры. Так что рекомендую. Я буду переходить. Ну, вернее, у меня уже станок есть, теперь буду только покупать лезвие. А кассеты хватает на 1,5-2 месяца. То, как грезится, рукава, какая щетина. Лезвие острые, но с 6 лезвиями мне не очень понравилось. Как-то берет. Отлично. Отлично все сбрил. Кожа гладенькая. Рекомендую. Ссылочка будет под видео. Станок на кассеты, зайдете в магазин, официальный магазин Кушаве или Кушава, не знаю, как правильно сказать. Вот. Там разные станки, женские, мужские, лезвия разные, кассеты. Оставлю вам ссылочку на EPN кэшбэк, чтобы вы могли возвращать часть денежных средств, затраченных на свои покупки. А также оставлю вам ссылочку. Но ссылочку оставлю только в блоге, правда, на партнерку EPN. Оставлю вам ссылочку на блог, и там будет ссылочка на партнерку EPN. Чтобы вы могли зарабатывать, размещать свои партнерские ссылки в интернете, делаю видеообзоры в YouTube, размещаю свои партнерские ссылки в соцсетях, в блогах и тому подобное. Ну вот, побрились. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду рад каждому новому подписчику. Задавайте вопросы в комментариях. Отвечу всем. Всего вам доброго. До свидания. Удачи вам.